обязательно должна, потому что молодежь, ну какие-то ориентиры нравственные, духовные, как они получали раньше, плохо ли, худо ли, бедно ли, но они получали эти нравственные ориентиры, хоть какие-то. Не про такие вот, как все проститутками решают стать, все бизнесменами, олигархами или в организованные преступные группировки. Мечта, да? А тогда все-таки были какие-то идеалы и какие-то все-таки были нравственные ориентиры. Сейчас дай бог, чтобы хоть какая-то организация хоть как-то детей убирала с улиц и как в каком-то направлении работала. Спорт, какие-то науки, еще что-то, география, история. Ну, масса-масса интереснейших вещей для детей, которым открывается мир. Слава богу, если... Да и общение как таковое, потому что когда он сидит в компьютере и играет, страшилки, стрелялки и так далее, он просто уже живет в другом мире, а ему жить-то среди людей, он не приспособлен к этой жизни. Просто общение элементарно. А если еще это на духовном и нравственном уровне, это общение будет, может быть, что-то из него и выйдет. Может, он мыслить будет по-другому. Понимаете?